из европейских столиц, из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружений, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны, и в Москве все, что делает и альянс, и упомянутый мной столица, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет. За мир во всем мире, и мы живем не для того, чтобы воевать и спорить. Жизнь одна, и нужно к ней относиться ценно. Нужно понимать, для чего мы живем, для того, чтобы убивать, разрушать, для чего добиваться, доказывать. А нужно относиться к миру с любовью. России нужен металлолом, и все. Пусть они поставляют, и все будет прекрасно. Че? Танки, были там танки, у нас будет, ну, пионеры придут, соберут батареи, трубы. Танки. И все отнесут, переплавлять. Все нормально, как бы так. На что переплавлять? На что переплавлять? На наши танки. А что? На наши российские танки. А только наличными, да? Нет, как-то зарядки нет.